можно облагородить подставку для летнего душа. И такая красота получилась. Профлистом горизонтально, уголком, и дверь обшить поликарбонатом. Видите, как все красиво. Раз. И складываем здесь хоть что угодно. Любой инвентарь садовый. Красота. Вот так вот. Учитесь. Напоминаю, он идет разборный. Отправляется в любую точку страны. Собирается капитальная конструкция. Обратите внимание, внутри, кто не помнит. Видите, все, металлокаркас какой мощный. Все собирается болгайка, видите, крепится анкерами к бетонному основанию. Такая мощная конструкция. Так что заказывайте, радуйтесь, чтобы у вас водичка была в огороде тепленькая, чтобы такие посадки красивые были. И росло все большими урожаями. Как обычно, ставьте лайки, пишите комментарии, заказывайте, подписывайтесь. Мы всегда с вами поможем, расскажем, отгрузим. Тут соседи, да, счастливые, видите? Говорят. А, и тут же стоит легенда. Видите? 2х4. С капельным поливом, с контролером. Видите? Все как перчики, помидорчики, огурчики. Грозьями, подвязка, грядочки. Все красиво, как в лучших домах Лондона. Картошечка, клубничка. Ну и тут все остальное. Не знаю, что это такое. Баклажанчики. Красивый, да, такой ансамбль. Еще будет плиточка, заборчик. Будет красота. Сегодня обшили подставку под кубовую емкость. Два вида. Чем можно обшить? Это поликарбонат, сотовый поликарбонат и профлист. Здесь у нас профлист с этой стороны, с двух сторон профлист и с двух сторон сотовый поликарбонат. Также все обрамляется уголком, все углы. Таким вот способом. Здесь у нас сотовый поликарбонат. Все вот так это визуально смотрится. Если зайти внутрь, то выглядит вот так вот. Прокан, естественно, прозрачный. Сотовый поликарбонат, либо профлист. Это уже на ваше усмотрение. Либо комбинировать также можно.